За 10 лет до открытия данного дворца этот дворец строил Франческо Бартоломео Растрелли, и комнату собрал он же, янтарную. Домике маленьком на территории Слободы получала от государства пенсию, дотацию, 900 рублей она получала. Помните, я говорю, что пришли преображенцы, она жила в маленьком домике на территории Смоляной Слободы. Они... А вы знаете, что у Елизаветы Петровны было больше 10 тысяч платьев? Некоторые платья она даже не взяла. Или были платья, костюмы всех народов мира. Итак, вот эта галерея построила часть кабинета. Вот фамилия, где вы перед нами, второй этаж, личный кабинет, называется агатовая комната. Кирпичная кладка. На этой кирпичной кладке лежат плиты, плиты латунные. Латунь – это металл. И залиты швы свинцом, дабы вода не протекала. Метр земли сверху. И там растет сирень и прекрасные клумбы.
Зимой не замерзает. Там специально труба огромная подведена. На 150 большая труба. Вода бурлит и лед не замерзает. Дабы уточки могли оставаться у нас на зиму. Только, пожалуйста, будьте аккуратнее. Смотрите, цепочки справа слева. Не уходите. Смотрите. Посажены с наклоном в 4 стороны света. Почему? Дабы. Когда со стороны смотришь издалека, получается букет из зубов, особенно красиво осенью. Они же желтенькие, а рядом клены, они багровые. Я ж опять говорю вам, намекаю. Осень золотая. И что самое главное, Ирина приезжала к нему, на станцию в конце 18 века, 80-е годы, в шотландском архитекторе Чарльз Камерон отделал личные комнаты, где ему предложили императрице Екатерине. Именно тогда парадные лестницы переносят сами в отца, и мы с вами обязательно выйдем на нее. Комната Екатерины II пока еще в стадии реставрации. Ждем, не дождемся. Ну вот один зал, подходите поближе, по очереди будете общаться. Он называется Арабесковым. Вы увидите его. Название зала, давайте вот так вправо походим и слева, чтобы не жить. Название зала, да и просто все. На фильм «Белей» по-моему.
хорошая. И давайте посмотрим вперед. Вот такой большой протяженности фасада соответствует расположению сада. Здесь дворец до сих пор нет. Мы принимаем со своими делегациями. Здесь был представитель визита в зал дворца. За счет извините, и вот тогда вечер мы до гостей сошел с 696. До весь личности, когда золотая изба на этом маленьком камине, который был собой еще в Архиве,
Архитектор использует материи деревянные ресурсовые пространства. На этом месте раскрыли отделы китайский сад. Дальний отзыв – лечение искусства Китая. В новом имени – коллекция китайского и японского фарфора Китая. 18-19. Здесь же, смотрите, часы. И варианты работы швейцарских мастеров. А дополняет украски параболизницы, живопись фарфора, картины и итальянских мастеров. Ну, пожалуйста, если вы уберите, если можно, фантазию на тему коронационного платья императрицы по одному из ее парадных портретов. Ну, скажем так, нафантазировала она его из бумаги, а вот подлинное коронационное платье Елизаветы Петровны и сейчас в заброшенной палате Московского Кремля. Два портрета, два молодых человека. А мы имеют непосредственно отношение к Петр I отправляет их 55 солдат гренадеров великана в гвардию русского короля в обмен на дипломатический подарок, маленький янтарный кабинет, который он получает из рук русского, выполненный в Мессене, в Германии и принадлежавший самой Елизавете Петровне. Итак, вторая половина 18 века. На престоле императрицы Екатерины II перед вами аллегорический парадный портрет императрицы работы художника Гюнтера. Картина называется так. Екатерина II дает законы на Крите. Кроме России присоединенной манифестом 1783 года. Ее же подлинное мундирное платье казахин по форме кавалерии Наполеона. Портрет младшего брата Ленина Николая. Начало его царства не восстание декабристов 18-го года в Петербурге 14 декабря 1825. Восстание Кагана. Царство не течется большой суровостью народа, очень благозвучно. Николай. Только вот вполне исправедливо. Если вы говорите про славицу местности, место региона, там зелительно, трудолюбив и работоспособен в своем пересвященном труде. 1861 года 22 миллиона человек освобождены от крепостной зависимости. Вот он ровно 25 спустя 1 марта. 1881 на Екатерининском канале в Петербурге открыла бомба на родовольце королевской матери Немецкой. Старший сын Александра II, цесаревич Николай, престолонаследник, а вот император, несостоявшийся, он умирает в возрасте 22 лет, и тогда престол, и его невеста, датская принцесса Дагмар, и его невеста, будущим Александром III. Дагмар православие становится Марией Федоровной, матерью последнего российского императора. Но я не могу пойти молчанием, ведь извините свои вещи. Нам совсем не так много, одна не выставка. Извечное впечатление самого императора Александра II. Извините, шкаф, работа французских мастеров, бронза. И это уже наша работа, цеховская гранитная фабрика, вот столешница, выполнена в технике. А вот о флорентийском мозаике мы с вами будем еще говорить. Итак, помните, как я буду отец Александр III, позднее сын Николай II, мундир Екатерины, по форме гвардейского морского пожара, адмиральский мундир. Принадлежавшего самому третьему. Огромный вопрос, 196 сантиметров, огромной физической силы был государь. Руками гнул кочергой, но сломался его на фигуре. Напомнится, вот так на возле вечера.
За 13 лет его царствования ни одного международного конфликта в России не было. А царство чуть выше. Может, и боюсь бы не было. Но мы знаем, что история не знает все традиции. Детские годы будущего императора это 80 лет. Царской силе. Вот когда он император, он становится по своей летней парадной резиденции, он говорит, что не царская сила, а гатчинский закон. Он уже не выражается. Екатерининский дворец всегда спасибо. Служил, не давайте посмотрите. Служил местом парадных дворец. В 10 минутах ходьбы отсюда во дворце Александровском. Именно там. Они живут и под домашним арестом по отличию императора Христа. Откуда их вывозят? Так вот. Здесь уже есть развеска не точно. Называется так. Ковровая или шпалера. Она характерна для торцов Thank you.
Стены и своды искусственной мрамы. Очень мощный материал для начала 19 века. Как можно не зря оценить такой новый ну, что можно? Стиль Алики, стиль поздний 27-го, и наводили на мою церковь воскресения Христа. То самое, где внутри не пополняется. Лестницу отдела Александр Македонский и толкование пророчеств Евангелия Библии. Вот так они называются. Очень осторожно спускаемся вниз. И вот сейчас через 10 минут мы будем декорации на карте. Оружие, списание на несколько предметов мебели от каждого гарнитура.
самое главное, до последнего дракона. До последнего дракона полностью спасает от всех. Это и создает возможность для позитивных реставрации. Вот сейчас, когда я такой будет, мы с вами должны поговорить. Thank you.
Хорошо, пошли. Thank you.
Thank you.
так лето.